Наследием музея нахожусь в родовой усадьбе семьи Лазо. Именно здесь, в 1894 году, у Елены и Георгия родился сын Сергей, которому впоследствии суждено было стать революционером и героем, который известен, ну, если не всем, то многим. В его честь названы улицы в Кишиневе и не только, есть столица и памятник. Но в этом музее вам расскажут не только о нем, но и о других членах этой удивительной семьи. Давайте знакомиться, окей? Идем в музей. Некоторые дома бывают интереснее человеческой жизни, живут дольше и являются свидетелями многих поколений. И этот дом именно такой, рассказывает наш гид Лариса Варварюк. Построила имение в 1865 году чета Матильды и Иоанна Лазо. В межвоенный период здесь располагалась местная школа, а под музей здание отдали в 1968. Для многих фамилия Лазо связана с революционером и героем гражданской войны Сергеем Лазо. Однако ветви это известно еще с 15 века. Лазо занимали высокие посты при господарях. Семья состояла в родстве с Олеко Руссо и Александром Доничем. А вот еще примечательный и малоизвестный факт. Матильда Лазо, ее настоящая фамилия девичья Мело, ее мать Мария Мело, которая была замужем за Федора Фези. Но когда она еще не была замужем, ей ходила в Кишиневе на балах. Она была лично знакома с великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. И Пушкин влюбился. Она была очень красивой, интеллигентной. Роман не сложился, но зато стихи, посвященные ей, по сей день будоражат сердца влюбленных. Он пишет так. «Не блеск ума, не стройность платья не могут вас обворожить. Одни двоюродные братья узнали тайну вас пленить. Лишили вы меня покоя, но вы не любите меня. Одна моя надежда, Зоя, женюсь и буду вам родня». В этой усадьбе жил единственный сын Матильды и Иоанна – Георгий, отец будущего революционера. Здесь часто бывали именитые гости, в том числе Константин Стере, Тома Чорба. Дом был построен из 4 комнат, очень просторных. Здесь зал, здесь они принимали гостей, здесь беседовали на разные темы, на политические темы. Здесь вы видите фотографию, на этой фотографии Георгий Лазо со своей женой Еленой в первый год женитьбы. В этом музее не просто воссоздали атмосферу того времени. Есть немало личных вещей – и карточный столик, мода того времени, и письменный стол в кабинете, принадлежавший хозяину усадьбы. А вот этот инструмент – особая гордость. Немецкая пианино фирмы Хофф была подарена Адой Лазо. Кто играл на этом инструменте? Очень любила играть Елена. И у нее был хороший голос. И она пела романсы. Буфет бывшие директора нашли и выкупили у сельских жителей. По всей видимости, при переезде в Одессу, а Елена и Георгий в городе у моря прожили год, продали предметы мебели. Вернуть удалось не все. Лариса Варварюк внимание гостей обращает и на великолепный белый камин. Очень ценен этот камин, потому что камин был построен тогда, когда был закончен дом. Этот фарфор был привезен из Германии. Матильда Лазо заказала в фирме «Мессинг». И очень дорог этот фарфор. Его тогда считали как белым золотом. И, как видите, он был реставрирован, но еще в хорошем состоянии. Интеллигентная семья, свет общества. Здесь в почете книги, их любят, их читают. К образованию отношение самое серьезное. Елена Крушеван, мать Сергея Лазо, окончила Одесский институт благородных девиц, а потом Сорбонну по специальности агроном. Глава семейства Георгий учился в Питере на юридическом факультете, но был исключен, поскольку поддерживал группу Александра Ульянова. В В советское время, проводя экскурсии, акцент ставили, конечно, на истории Сергея Лазо. Ее преподавали в школах и вузах. О нем слагали стихи, ставили спектакли, снимали фильмы. Его именем называли улицы, памятниками украшали парки. После 1993 года рассказывать стали о других членах именитой семьи. Но и героя гражданской войны вниманием не обходят. Тем более, что судьба у него более чем трагическая. В конце 1917-го в Иркутске была установлена советская власть. Лазо принимал в этом непосредственное участие. Но через год в Сибири была установлена власть адмирала Колчака. Партия большевиков уходит в подполье. Лазо возглавляет партизанское движение. После разгрома японского гарнизона последовал арест. Бочкарев решил справиться таким образом. Во Владивостоке, где остановился поезд, локомотив Ел-620, хотел бросить Сергея Лазо еще живого в печке этого локомотива, но так как ему было всего лишь 26 лет, был очень высоким, очень сильным парнем, его не смогли. Он оттолкнул их, этих двух белогвардейцев, пару раз оттолкнул их, и тогда они его ударили по голове, и он потерял сознание. И толкнули его в этой печке и сгорел, можно сказать, заживо. Так кончилась его жизнь. Очень молодым был, и поэтому, когда открыли впервые музей, рассказывали в основном о нем. У Сергея и Ольги осталась дочь. На момент гибели отца Ади был всего годик. Она жила в России, но часто приезжала в Молдову, всячески поддерживала музей. И, по словам нашего гида, с ее подачи в селе Пятра появился детский сад, дом культуры и асфальтированная дорога. Музей был отреставрирован в 2018 году. Работы шли долгие 10 лет, а проект обошелся в 12 миллионов леев. Но вложенные деньги оправданы. Музей этот один из самых ярких и запоминающихся. Найдите время.